«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Так. А ну-ка, какого фига нам что дают дальше поиграть? Ха-ха. Нам, походу, дали дальше поиграть. Так. Watch out for strangers. Son, I'll give you $20 if you talk right now. Нет, я ничего больше не скажу. Так. Проблемы бездомных, прятки, магические песни. Слушайте, я могу дальше продолжить. Ха-ха-ха. Неожиданное такое продолжение вдруг. Вдруг такое неожиданное продолжение. Так, а вот теперь надо будет искать, и это будет одно, наверное, из самых проблематичных заданий. Потому что мелких тут очень сложно найти, насколько я видел. Здесь какой-то непонятный чувак сидит. Так, давайте попробуем его выкурить. Не знаю, мне не получилось это сделать. Так, Шептун, ну навряд ли, а вот Рев Дракона, может, еще поможет. Hey, cover. Да что ж такое-то? Как его вообще оттуда вытащить? Я... Так. Так. Здесь тупик. В общем, я не был в двух местах, насколько я точно знаю. Идеи. Вот. Вроде как. Я могу ошибаться. И у нас все еще 78 друзей. В инвентаре тоже все хорошо. Так, а где у нас группа? Группа. Я даже не знаю, кого выбрать. Наверное, Баттерса. Так. Здесь все есть? Да, они все еще здесь. Now, like you, круто, я тебе не нравлюсь. Так, что здесь вообще есть? I was wrong about you, human. I was blinded by racism. Ах ты, расист. Так. Ну, интересно, я ничего пацана мелкого найду. Ну, надо же найти мелкого пацана. Ну, определенно надо. Еще меня как-то смущает вот та труба, которая keep out. А, слушайте. Смотрите. Оба-на. Вот, не зря она меня смущала, но, правда, там, в принципе, ничего такого нету. Ой. Так, оружие у тебя хрень. Вот это прикольно, ветка дерева. Но в целом хрень. Так.
Да-да-да-да-да. Я, как оказалось, нам дают побегать дальше. Почему бы не побегать? Хотя, стоп, может, там с Кайлом можем пообщаться. Может, он что-нибудь интересное расскажет. The war may be over for now, but I know Wizard fucking fat ass is plotting something. Да? Пойдем к Карпену тогда, раз он что-то замышляет. Что-то ничего нету. Черт. Так. Но я не думаю, что дети будут прятаться где-то здесь, у Кенни. Это было бы как-то странно. А еще мне надо найти, где еще бомжуют в городе. Потому что такое задание было. Я не знаю, где они. Ни одного нету. А, знаю. Где я не был, знаю. Нет, стоп, проще. Тут проще переместиться. Ха-ха-ха-ха. Сейчас мы быстренько. Ну, хорошо, вот сюда переместимся. Черт, нос чешется. Так. Эй, спускайся. А, вот, все. Я вот здесь не был, если помните, о чем я. Здесь летучие мыши были. Но самое главное, что здесь было, это вот этот камень, который я как раз не знал, как убрать. Теперь-то мы знаем, как его убрать. Но. Ох, ни хрена его там. Круто. Я разрушил портал. Теперь он может работать на человечество. Ладно. А... Что он там нам дал? Просто ради интереса. Краби что? Краби шлем, 100 брони. У меня лучше есть. А этот что дает? 185. А у меня 130. То есть, этот все-таки получше будет. Он так прикольно выглядит. Ладно. Быть крабом, так быть крабом по полной. Мне даже в клан теперь не надо вступать наш. Я и так здесь краб, даже в этой игре. Еее! Так, я представляю, что где-то здесь должен быть какой-то бомж, которого мы не добили. Потому что, чисто в теории, они должны были где-то остаться. А я вроде бы добил всех. Значит, где-то я кого-то не добил. Так, что там он сообщает нам? Да здравствует корон... Я не буду это зачитывать. Ну, вы поняли почему. Так. Окей. Так, увидите бомжа, скажите мне. Я понимаю, как это прозвучало, но... Ну, поняли. Успел пробежать. Так. Ари-хоу! Так, бомжа здесь нет. А это в каком-то смысле значит, что все хорошо. Ну, вроде как. Значит, идем в эту сторону. И пытаемся найти кого-нибудь там. Там наши хайди-хошки. А, то есть мне надо опять к ним было подходить, чтобы... Ау.
Понятно. То есть мне надо, короче, было к ним подходить. Я не знал об этом. Так. Сейчас будет просто стрим дальше продолжаться из разряда блуждания по миру. С пытанием поняться того, что здесь вообще. Где еще один бомж? Тоже помимо бомжа мне еще надо найти, знаете, что? А этот, как называется-то? Ключ от сарая, и там будет еще один квест. Там будет еще один квест. По крайней мере, насколько я знаю. Так, нет, маленьким нам было бы не надо, но... Уже без разницы. О, кстати, малыша зато нашел. Маленький я даже смешнее выглядит. Зато девца дотса нашел. Я бы сказал, что я выгляжу как маленький парень, ну ладно. Так. Пост-офис. Может, кто-то, кстати, на почте спрятался. В здании, кстати, тоже можно их попробовать поискать, раз они так прячутся, ныкаются там. Так, давайте все-таки увеличимся, а то я даже не вижу, где я. На почте нам вроде тоже ничего больше не надо. Так. Опа. Сюда можно зайти. Нет, ключ от офиса нужен, чтобы туда зайти. Вот здесь мы, по-моему, кстати, даже не были. Hey, Big Nose. You should consider having some work done. I don't know, I think you have a nice nose. I'd worry more about your hair if I was you. Ключ от офиса. Отлично. Так, сюда не попасть, а вот... Нет, а я думал, там можно попасть. Стоп, что здесь надо? Нет, просто дверь закрыта. Oh, hello! Are you interested in some rhinoplasty? Here's a brochure with all of Dr. Tom's rates. Анестетик для носа и... Превращает тебя в сопливую маленькую. Так, ты мне то, что доктор прописал. Для вполне симпатичных носов, которые смотрятся по шву определенных ракурсов. Для носов с... Круто. Ну, вы поняли. Ладно, продаем все аксессуары. Ой. Продать. Я что-то не заметил. Итак, корзина. И продаем все это. Это займет какое-то время. Теперь назад и нашивки для костюмов. Наверное, есть ненужные, но пофиг. А вот снаряжение ненужное я продам. Продать. Перчатки и ныка тоже не нужны. В общем, все продаем, в принципе. Кроме... Доспехи Валькирии. Латексная шапочка. Боже ты мой. Так, шлем рыцаря. Ладно, остальное пока оставлю. Оружие. Мне уже точно не нужны. Это. В принципе, никакой из этих оружий не нужно. I'll add you to our email list. Sometimes we do two for one specials.
Да? А ты мне дверь откроешь? Нет? Сволочь. Back again, I see. А, ну давайте. Давайте закажем. Мне все-таки интересно узнать. Alright, go on through. Door to your right. Hi, I'm Dr. Tom. Understand you're wanting some work done. Just have a seat right here. Alright, just relax. This won't hurt a bit until I start, at which point it will hurt immensely. Here we go. Oh, that looks nice. Big improvement. Come back if you ever need any more work done. Hey, I wish I could get some rhinoplasty too. А, да-да-да, теперь мы... I used to be sad, but I found Jesus. Всё. Боже ж ты мой. Ой, боже. Какой ужас. Так, и что здесь... Что здесь делать? Крутой офис, в котором ничего нельзя делать. И все? То есть, вот, серьезно, больше ничего? Зачем нам тогда ключи были от этого офиса нужны? Враги умрут сразу, да. Да я думаю, я сам сейчас со смеху чуть не умер. Так, банк. Вот, кстати, я в банк что-то клал, но мне деньги так и не пришли. We should hang out. О, там сзади игрушка, смотрите. Или, а, нет, ребенок. No way! How did you find me? Я Хельсингов... черт, я забыл, как его зовут. Хельсингов. Вот, почти как-то okay, угадал. Put all the money in a bag or I'll fucking kill each and everyone. Oh, hey, oh, hey, Benny. How's it going? Just showing the new kid around. Welcome to the Bank of South... Good to see you too, Butters. Thanks for checking in. Welcome to the Bank of South Park. Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Не, не буду инвестировать деньги, они просто забирают мои деньги. Это не круто. Хельсингов. Или Харсингов. Я не помню, как его зовут, короче, ладно. Антлана Террес... Что-то там. А. Больничка-то. Ой, кстати, его остановили. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Нет, я не случайно никому не сделал ребенка. There's some weirdo hanging out at the public storage. I'm not going back there. Так. Hey, how was your weekend? That's so great. Okay, later. Мне все-таки интересно, как попасть на ферму. Sorry about that back there. Almost all photographers are perverts, you know. То есть все, здесь больше ничего нет? Тоже, окей. Вообще, я кого-нибудь из вас попросил бы, ребят, конечно, мне помочь и рассказать, как же мне попасть на ферму. Потому что там, по идее, будет хороший квест. Чувак, ты посмотри на мое лицо. Тебе сразу все станет ясно. Мне можно на этот фильм. My God, will you be silent? Да я сейчас на тебе на косаги использую. Так, надо как-то их убрать отсюда. Потому что мне определенно надо внутрь. Так. Не, Шептун не помог. Excuse you. Так, и... Excuse you. Пошел ты. Нет, стоп, мне как-то надо туда пробраться. Определенно как-то можно сделать. А, слушайте, походу я примерно понял. Ты вот здесь проходишь. Все. Hey, I'm watching this. Да мне пофиг. И вот сюда. Вот так вот до сюда добраться. Отлично.
Проходи в центр. Он мне, кстати, написал. Мне снится один и тот же сон. Сижу я в теплой ванне, и вода становится все немного, еще немного теплее. Затем я прихожу в себя, весь покрытый выделениями с панциря. Оу. Как-то это стрёмно, но ладно. Так. Выходим из кинотеатра. Делать нечего. I wish I had some friends. I like the stapler. I thought it was some of Rob Snyder's better work. Так. Все, конечно, хорошо. Which of our local cops? Купить, да. У тебя можно что-нибудь интересное купить. Хотя нет, у тебя ничего интересного нету. You should try some coffee. It gives you that edge you need to stay focused at school. Ага. Ну, черт, ну как мне взять эту игрушку? Я ж точно там вижу игрушку. А. Колпак ведьмы. Пойдем изучать дальше. Так. Здесь, видимо, такой же способ прохождения вот сюда. И больше там ничего нету. Так. Nino, it's like a huge fort. Здесь есть куча крыс, но, видимо, здесь больше ничего нет. Причем здесь тоже, походу, ничего нет. Я просто сейчас решил прогуляться в мелком размере, потому что... По телепортам-то я вроде все проходил, а вот в таком виде вроде бы нет. Да, хотя вот последнюю часть серии после титров, конечно, придется порезать. Чем сильно порезать. Так, здесь ничего не мигает. Так, не сюда. Professor Chaos left me here to keep changing the light bulbs until the Earth's energy supply is drained. Ну там только путь наверх. В принципе, там больше ничего нет. Так. Все-таки в таком виде он бегает чуть быстрее, чем в маленьком. Так. Так. А еще, кстати, не выполнял вот этот момент бомжом? Или нет? Здесь выполнял. Здесь я бомжа нашел. Или мне надо убить вот этого бомжа в том числе? Да нет. Вроде как. Так. Ну а здесь ключ нужен. Может, кстати, ключ вот здесь вот? Может, я просто его не заметил? Да нет. Вроде как здесь нет ничего, кроме этого. Придется искать самому. Не толкать и не бить коров. Бью, толкаю, никто не приходит. Всем пофигу. Ладно, пойдем искать детей. А, кажись, я знаю, какой, где здесь есть еще один хороший квест. Все.
Вообще, чтобы найти здесь все квесты, нужно заходить в каждый дом. Stay out of the Lost Forest. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. И как я уже сказал, походу я знаю, где еще один. А точнее, он находится чуть подальше. Ну, супермаркет закрыт. Это и было и до этого. Сити Суши и Tower of Peace. Но для этого нужно ключ от башни мира. О, кстати, я знаю, как достать еще одну игрушку. Брокери. О, еще один ребенок. Выходи давай. Выходи, сказал. Вот, сетевок. Goddamn Mongolians. Hey, no fighting in here. Hey, no fighting in here. Alright, welcome to Shitty Walk. Take all the praise. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh, yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. Alright, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, alright, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Так, ну, мне в любом случае это понадобится. Так. Здесь больше ничего, в принципе, нельзя. Ключ от башни мира, вот он, отлично. I love my wolf security system. I refuse to be the victim of a white burglar or a white serial killer. Так. Минус ваза! Так только не видно, где монголы, но окей. Видимо, они где-то здесь. Почему никто не говорит? Hey, no fighting in here. Ну, не драк, так не драк. О! Можно было назад, оказывается, зайти. Все, пойдем убивать монголов. Да, монголят, в смысле.